крымские ханы, рассматривая свое государство как наследника и правопреемника Золотой Орды и Дешты Кыпчака, именовали себя ханами Великой Орды, Великой Страны и Престола Крыма. Полный титул крымских ханов, использовавшийся в официальных документах и переписке с иностранными правителями, звучал так. «Милостью и помощью благословенного и высочайшего Аллаха, великий падишах Великой Орды, и Великой Страны, и Престола Крыма, и всех татар, и горных черкесов, и татов с тавгачами, и кыпчакской степи, и всех нагаев».